Петропавловске прошел финал музыкального шоу «Покажи себя». В нем участвовали студенты Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут на лечение 8-месячной Насти Шараповой. Напомню, у девочки цирроз печени, ей требуется дорогостоящая операция. Подробности в нашем сюжете. Слайд с фотографией 8-месячной Насти Шараповой. О том, что этой малышке нужна дорогостоящая операция за рубежом, наш телеканал рассказывал не раз. У девочки цирроз печени. Сегодня она вместе с мамой находится в одной из московских клиник. В Северном Казахстане активно идет сбор средств. Это музыкальное шоу «Покажи себя» тоже в поддержку Насти. Организовали его студенты вуза совместно с партией «Нур Отан» и творческими коллективами. У нас в университете сбор осуществлялся, ящик помощи. Вот, и мы решили поддержать девочку. В шоу участвуют 13 студентов. Галина Чевягина читает одно из любимых стихотворений Эдуарда Эрнста «Сердце матери». О, если можно было, не жалея, свою бы жизнь отдал! Живи, живи! Произведение проникновенное, усиливают впечатление трогательные отрывки из фильма о маме, самом главном человеке в жизни каждого из нас. Нужно не забывать о своих родных. Ну и также наш вечер проходит по благотворительности Настеньки Шараповой. Я бы хотела пожелать родителям ее сил, терпения, показать то, что они не одни. К выходу на сцену готовится и Кристина Мустафина. Покорить жюри решила танцем, оттачивая движение перед зеркалом. Наше выступление проводится в качестве благотворительной акции. То есть мы надеемся, что все собранные средства пойдут на пользу. Конечно, желаем здоровья девочке, чтобы скорее выздоравливала. Победителей шоу выберут в трех номинациях – вокал, танец и полет вдохновения. Кстати, попасть на концерт мог любой желающий. Стоимость билета для зрителей всего 200 тенге. Мы, как только узнали об этом мероприятии, решили, что очень важно помочь девочке, потому что это очень большое горе, которым страшно столкнуться. Мы очень сочувствуем родителям этой девочки и хотим, чтобы она побыстрее поправилась. Никого не оставило равнодушным выступление юных моделей из театра «Тамирис». Возможно, через несколько лет, благодаря неравнодушным людям, также по сцене сможет ходить и Настенька Шарапова. Всего на ее лечение требуется 3 миллиона рублей. Пока удалось собрать лишь третью часть этой суммы. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.